Здравствуйте, друзья! Меня зовут Лейсан Гаязова, и сегодня хочу вам показать квартиру, которая находится вот от этого места, от берега моря, буквально в 70 метрах. Квартира планировки 3 плюс 1, абсолютно новенькая, чистенькая, свеженькая. И сейчас я вас приглашаю на просмотр. Войдя в квартиру, мы с вами попадаем в прихожую зону. Она здесь очень большая, около 9 квадратных метров. Здесь у нас входная дверь, и сразу же у нас шкафы до потолка, очень объемные. В этой же зоне у нас находится первый санузел. Это туалет типа а-ля турка. По правую руку у нас находится салон, где зона отдыха совмещена с кухонной зоной. И лицевой балкон. Далее идет в этой же вот в прихожей зоне первая спальная комната, а далее две спальные комнаты уходят на северную сторону. Кухонная зона около 12 квадратных метров. Сам кухонный гарнитур П-образной формы. Он абсолютно новый, вот эта вот акриловая столешница прям блестит. Здесь у нас литой акрил. Что касается ниш, есть ниша под габаритный холодильник. Также вот у нас два проема, здесь посудомоечная машинка, а далее, я так понимаю, должна стоять стиральная машинка. Для духового шкафа также есть место, для варочной поверхности и вытяжки тоже. Также хочу отметить, что кухонная зона, ее полы выполнены керамической плиткой, и в этой же зоне у нас есть небольшое окно, смотрящее на южную сторону. Наша зона отдыха очень большая, здесь около 20 квадратов, я думаю, что все вместе у нас около 30 квадратов будет. Здесь у нас полы выполнены ламинатом, на южной стороне у нас находится выход на балкон и два небольших окна за моей спиной, это у нас восточная сторона, тоже присутствует. Также хочу отметить, что у нас есть техника, это холодильник, посудомоечная и стиральная машинка. Они также входят в стоимость, вот сейчас вы их увидите в упаковках. Не обижайтесь, пожалуйста, что я от вас далеко. Вот такой у нас огромный балкон. Наверное, здесь квадратов 16-18 будет. Это все у нас южная сторона, частично видно море. Сам же балкон достаточно сложной формы, его кухонная сторона, так скажем, пошире, зона салона поуже немножко, около 2 метров. Поэтому здесь можно зонировать и использовать его с чувством, толком и расстановкой. Осмотрев салон, мы с вами вышли обратно в прихожую. По восточной стороне у нас первая спальная комната. Она у нас около 11 квадратных метров, имеет свой балкон. Это уже второй балкон, отметьте себе. Сам балкон тоже очень приличный, около 5 квадратных метров. Вторая спальная комната также имеет балкон. Это у нас получается уже третий балкон. Спальня около 12 квадратов, балкон в этом случае около 3 квадратных метров. Далее по коридору у нас идет общий центральный, так скажем, санузел. Он у нас полностью упакован с хорошей душевой кабинкой. И в конце коридора находится последняя спальная комната. По квадратуре она превышает первые две, а она сама будет около 18 квадратных метров. Имеет два окна, одно на северную, второе на южную сторону.
Ну что ж, друзья, мы с вами осмотрели нашу квартиру. Квартира очень просторная, светлая, шикарные три балкона, три спальные комнаты. Все в ней хорошо. Находится она в тихом, спокойном уголке в ТЖ, где можно получить вид на жительство. В комплексе имеется бассейн взрослый детский, беседки, стоянка хорошая. До рынка здесь буквально 100 метров, до ближайшего магазина около 150, остановка общественного транспорта практически на выходе из нашего комплекса. Техническая информация по этой квартире будет представлена в инфобоксе под видео, так же, как и цена на нее. На этом я с вами прощаюсь, жду ваших комментариев и до новых встреч!